Мальчишки, девчонки, а также их родители. Веселое кино видите хотите ли? Нам поступает очень много звонков. Нам поступает очень много звонков и писем. Вот, ребята, расскажите что-нибудь про самое печальное состояние человека, про стресс. И сегодня мы попытаемся раскрыть эту тему. Вот, да, детка, именно так, интервью продолжается, да. А ты же делаешь, понижу, кажется, мне только что сняли стресс. Расскажи, как ты снимаешь стресс? Ну, есть ли основные средства борьбы со стрессом? Утренняя, вечерняя дрочка помогает нормально расслабиться и привести себя в порядок. А в обед ты что, не испытываешь стресса? Нет, в обед у меня работа, дела. Вообще, подвержен ли ты этому состоянию? Какому? Стрессу. Нет. Ну, вот мы... Утренняя дрочка помогает и утром, и вечером, и все как бы на целый день, и перед сном. Это был член клуба знатоков Алексей Спиридонов, диджей Лекс. Пис. Девушки, скажите, есть ли у вас какие-то средства по борьбе со стрессом? Пойти... Как вы снимаете стресс? Пойти с хорошей компанией, с любимыми друзьями, отдыхать. Бокал красного сухого, отличная театральная постановка, не знаю, Михайловский, Начо, Дуато, я не знаю, по средам легко, конечно. А часто ли вы подвержены таким ситуациям стрессовым каким-то? Что вас раздражает? Нет, весной точно нет. Нет? Эй, весна, люди расцветают, жизнь расцветает. Будьте счастливы, любите. Тебе не кажется, что весной еще не пахнет? У меня уже пахнет. Видела погоду? Вовсю весна. Надеюсь, здесь тоже скоро будет весна. И я надеюсь. Скажи, подвержен ли ты стрессовым состояниям? Ну, очень редко. Очень редко. А вот если выходит так, что у тебя стресс, есть ли какие-то средства по борьбе с этим состоянием? Что ты делаешь? Приятное поглаживание. Где? Ласковые слова. Где? Поглаживание вот такое? Нет, не ты. Девочки должны сделать. Это Лико Среда, это наш стилист Руфат. Спасибо тебе. Я вот пришел, да, с двумя альбинами манго снять стресс. Какие это манго? Это арбузы. Да. Ну, они переростки. Да? Ты их поливаешь? Да. Страшно спросить, чем. Спасибо, что ответил на мой короткий блиц-опрос. Не за что. И это был диджей Александр Зет на вечеринке Лико среда Turn of Bow. Снимаю стресс, куда-то смотрю на самом деле. Я тоже снимаю стресс. Я думаю, ты меня понимаешь. Ну, а как ты снимаешь стресс? Я же сказал, нажираюсь с друзьями и ржу. На самом деле, каждый человек по-своему снимает стресс. Для нас, мы выступаем очень много во всех заведениях Crazy Barman Show. Ну, наверное, кто-то знает, кто-то нет. На правах рекламы. Нет, это не реклама. Да, да, мы это не вырежем. Снимает стресс. Вот именно что флэринг, мы едем просто в школу, начинаем кидать бутылки, тренироваться. И вот все негатив, который происходит за всю неделю, мы все оставляем на тренировке. Кто-то в спортзале, а мы именно в школе бармена. Флэринг, кидая бутылки, тренируясь, мы просто оставляем стресс. Отличная разрядка. Да, очень хорошая. Очень. Тренировка и стресс, да. И тренировка, и КПД 100%. Только в спортзале получаем травмы, там подобное, там тоже есть такие же. Вот сумки, которые получают травмы. Да? Да. Это все наши друзья. I have succumbed to this passive sensation, peacefully falling away. I am the zombie, your wish will command me. Life as I fall to my knees.
как можно бороться со стрессом? Набухаться и повеселиться. Это единственное, что ты можешь? Синька – это лекарство от всего? Не, ну иногда просто даже встретиться с кем-то, пообщаться, поговорить по душам. Подвержен ли ты стрессу? Нет. Я видел сам. Какие есть варианты для лечения стресса? Вот, как можно избежать его? Что нужно делать, чтобы это поскорее кончилось? Слушай, нужно подумать, что стресс создает, и избегать этого. Оскар, так у тебя сейчас по-любому стрессовое состояние. Да, у меня очень стрессовое. Я боюсь, я очень переживаю, что меня вот так... Слушай, можно у Кузнецова взять телефон проктолога? Я думаю, он поможет тебе с этим. Не, я так пока покажу. Надеюсь, что попью молока с огурцами. Самое лучшее лечение геморроя – это живой огурец. Отлично, отличный рецепт. Если на входе вас встречает собака, знайте, это Оскар Скуба. Pick it up now, 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 that's a D, Fat Man Scoop DJ, Knuckles is how we go down.